Доброго времени суток. У микрофона Денис Добро. Вы на канале Быстрый ПК. В этом видео я расскажу про свой новый ноутбук Huawei MateBook 13. В комплекте идет быстрая зарядка, а также идет в комплекте переходник на USB с Type-C на USB и для подключения мониторов. Причем старый вход тоже поддерживается, а не только HDMI кабель. Тут немножко даже странно. Данную модель я брал для того, чтобы заниматься видеомонтажом. В целом она мне понравилась. Также тут стоит процессор AMD Ryzen 5 3500U. Данный процессор вполне подойдет для видеомонтажа, для работы с какими-то крупными проектами. Также тут стоит графика Vega 8. В целом всего этого вполне достаточно для комфортной работы на Windows 10 и с какими-то крупными программами, потому что оперативной памяти хоть выделяется 14,5 гигабайт, чего вполне достаточно. Также я тут попробовал запустить Linux. Linux тут работает вполне хорошо. Я поставил куда не он. Все успешно поставилось, драйвера все были найдены Linux, и, наверное, исключение, что на Linux не работает, это сканер отпечатков пальца. Данный ноутбук мне очень понравился, производительность меня устроила. Теперь я еще запущу Windows, еще сделал несколько тестов, убедился, что производительность Linux не отличается от Windows при монтаже видео, что меня порадовало. И в целом ноутбук можно, на этом ноутбуке можно поиграть в какие-то игры, так как процессор достаточно мощный. Вот, несмотря на то, что более новая версия процессора Ryzen 5, например, хотя бы 2020 года, она уже помощнее, но данного процессора вполне все еще актуален. Также мне понравилось качество сборки. Конечно, данный ноутбук не проходит тест на MacBook. На самом деле, вот эта вот зарядка через Type-C очень удобная вещь, так как можно заряжать не только от этой быстрой зарядки, но и от зарядки вот смартфона. А смартфон у меня сейчас на Type-C. Соответственно, я могу брать всего лишь один зарядник и сразу заряжать два устройства от одного зарядника. Также я провел несколько тестов. Также на ноутбуке есть на Windows специальная Huawei-овская утилита, которая позволяет проверить быстро компьютер, что действительно хороший плюс, если вы плохо разбираетесь в том, как его протестировать. Можно это все сделать с системной программой. На удивление, каких-то мусорных приложений на этом ноутбуке я не обнаружил, так как очень часто всякие производители хотят поставить кучу всяких антивирусов ненужных и еще чего-нибудь. Тут такого нет. Ну, конечно, я, наверное, очень мало смотрел модели ноутбуков, но у Huawei, как я убедился, нету каких-то мусорных приложений. Мало того, что Windows 10 довольно много всяких мусорных приложений, которые не всем нужны. Но когда производитель не ставит еще кучу своих ненужных приложений, то, к сожалению, все-таки фотографии от Huawei мне не очень понравились. Все-таки оригинальные фотографии выглядят поинтереснее. Не знаю. И также я провел несколько тестов. В игры, в одной из игр, которую я проводил, у меня всего лишь было 30 FPS, и то скачущие эти были FPS. Но в целом этого вполне достаточно для того, чтобы комфортно поиграть.
Если вам понравилось данное видео, данный обзор, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.